28 сентября в стенах инжинирингового центра Казанского федерального университета прошел очередной фестиваль «Открывая мир науки», на котором были представлены интерактивные точки. Их тематика разнообразна и интересна, от VR-лаборатории до криминологии и криминалистики. По словам начальника отдела научно-инновационной деятельности, члена Совета Ассоциации молодых ученых КФУ Динара Фазулина, в настоящее время в институте работают 16 научных кружков – технические, гуманитарные и, естественно, научные. Каждый желающий студент мог ознакомиться с деятельностью того или иного кружка, задать интересующие их вопросы и вступить в ряды активных участников. Это позволит легче освоить полученные материалы в ходе получения образования. Вот, и позволит, это как бы первая ступень для научной деятельности. Студенты-первокурсники с интересом посетили каждую из представленных точек научных объединений. Но особое внимание ребят привлекли криминалистика и криминология. Именно здесь собралось самое большое количество заинтересованных. Помимо занимательного интерактива, участники могли ознакомиться с базовым набором криминалиста, посмотреть инструменты и послушать мини-лекцию об их предназначении. Мне кажется, очень интересна такая задумка и вообще распределение людей по интересам, что есть такая возможность изучать какую-то сферу деятельности, вне зависимости от того, на каком направлении ты учишься. Благодаря проведению подобных мероприятий студенты легко погружаются в мир научных проектов, узнают о значимых наработках ученых и становятся частью большой семьи научного движения Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета. Карина Саяхова, медиацентр Набережно-Челнинского института КФУ.